Вітаю, шановні друзі! В ефірі програма «Міська рада» на зв'язку. Я Катерина Трегубова і наш гість сьогодні – Сергій Миколаївич Бондаренко, директор департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради. Вітаю вас в нашій студії. Здравствуйте. Працюємо ми в прямому ефірі, тому можна телефонувати просто до студії і ставити свої запитання нашому гостю, а телефон наш незмінний 76-92-42. 76-92-42. Телефон нашого прямого ефіру. Долучайтеся до нашої розмови. Сергій Миколаївич, ну, тема неисчерпаемая, тема очень актуальная, и, наверное, она и останется актуальной на долгое время, это субсидии. Субсидии жилищно-коммунального хозяйства нашего, для того, чтобы людям было немножечко легче оплачивать все услуги и оплачивать, и как-то справляться с теми повышенными тарифами, которые, к сожалению, мы уже имеем на сегодняшний день. Ну, давайте начнем с того, что сколько все-таки людей уже обратилось, да, к вам, потому что в принципе, система упрощена, намного упрощена, значит, количество людей должно было увеличиться. Насколько это произошло? Ну, действительно, Екатерина, тема жилищных субсидий, она, наверное, до отопительного сезона будет все актуальнее и актуальнее. То, что жилищные субсидии – это наиболее серьезная реформа в социальной сфере вот за последние годы. И то, что правительство на сегодняшний день, вы правильно сказали, приняло основные документы, которые упростили этот процесс. И на сегодняшний день, я хочу сказать, вот только с мая у нас уже назначено более 16 тысяч, а это по сравнению с прошлым вот аналогичным периодом увеличение произошло более чем в 7 раз. А если мы в данном случае в соответствии с документами считаем, что все 11 250 семей, которые получали у нас жилищную субсидию в отопительный сезон 2014-2015 годов, они автоматически у нас уже вошли в наш расчет, вот, то на сегодняшний день более 28 тысяч семей получают у нас жилищную субсидию. Мы с приближением отопительного сезона, потому что летний период вроде бы как еще не совсем, получив, так сказать, уведомление по оплате, когда нет тепла, в общем-то, многие где-то так разъезжаются, там счетчики не совсем крутят и воду, и свет, и так далее. Поэтому, в общем-то, размеры оплаты, конечно, пока, в общем-то, людей, ну, не заставляет, наверное, задуматься. Не вот. Пугает так. Да, не пугает, может быть, это действительно правильно. Вот. Но все-таки, пользуясь вот и сегодняшней нашей встречей, я бы хотел всем, кто еще к нам не обратился, пожалуйста, приходите. Вот, ну, слово «приходите», я так говорю образно, потому что правительственными решениями определено, и вот уже наступила вторая волна, в данном случае получение бланков заявлений и деклараций. Вот, уже, в общем-то, этот процесс пошел, силами у нас Укрпочты доставляются эти бланки. Поэтому, в первую очередь, что бы хотел сказать, потому что вот мне напутствие мои коллеги, уже вот люди, получив субсидию, вот, ну, порой, в общем-то, мы так понимаем, что получили бланки, их надо заполнить, надо отправить. Но, уважаемые телезрители, кто уже вошел в число вот этих 28 тысяч, кому уже мы назначили жилищную субсидию, кто получал ее в период отопительного сезона, вам не надо это делать. Речь идет о тех гражданах, которые еще не заполнили бланки заявлений и деклараций. Вот эти образец я взял. Вот вы получили в этом периоде еще более, в данном случае здесь, с дополнением, с аргументациями, с образцами, как его заполнять,
Поэтому, пожалуйста, значит, заполняйте, направляйте к нам. Если есть какие-то вопросы, я хочу сказать, что вот городская власть, ну, безусловно, понимает, что количество обращений будет увеличиваться. Поэтому по распоряжению городского головы, у нас еще вот оно было принято в апреле этого года, было открыто 24 пункта, по которым можно приходить, в данном случае консультироваться, там и помогут заполнить и так далее. А где можно эту информацию увидеть, то есть адреса этих 24 пунктов, это на сайте департамента? Значит, на сайте департамента, mm-hmm. на сайте горосполкома, mm-hmm. на всех наших, в данном случае, социальных службах. Mm-hmm. И более того, Екатерина, хочу сказать, что вот мы уже практически сейчас узгодили, и находится на подписи у Юрия Исаевича Гранатурова, нашего городского головы, еще дополнение к существующему распоряжению, и мы будем открывать всего по городу 30 уже таких пунктов. Будет то увеличено есть, до 30, да? Да, да, то есть еще 6 дополнительно пунктов будет открыто. Это во всех жилищно-коммунальных организациях, это в наших отдаленных микрорайонах, но и по другим, в общем-то, пунктам, где определено время, определены дни, мы их вот как раз в этом дополнительном распоряжении увеличили количество и дней приема, и время, вот, для того, чтобы всем мы так, знаете, настоятельно рекомендуем, пожалуйста, не усугубляйте ситуацию, потому что порой совокупный доход с учетом оплаты за жилищно-коммунальные услуги, он не соответствует тем социальным нормам, социальным стандартам. Для этого правительство вот на сегодняшний день и принимает, знаете, такие, и с нас очень такой идет жесткий, строгий спрос по охвату, чтобы все-таки не были долги, чтобы ни в коем случае не доходило до каких-либо отключений, а жилищная субсидия, вот это как раз и адресная помощь для того, чтобы при повышенных тарифах, которые уже произошли, вот она могла компенсировать те затраты, которые необходимы. Среди популярных таких вопросов, даже можно отнести их немножко даже вот к таким каким-то мифам, да, по субсидиях, это то, что такая помощь, до сих пор, в принципе, существует такое суждение, такая мысль о том, что эта помощь когда-нибудь человек должен будет возвратить, и будет она высчитываться. Уже Ольга Викторовна, ваша коллега, да, из области, она развеивала этот миф, но все-таки да. Давайте будем, еще раз скажем. Будем о том, мы что... продолжать и это осуществлять. Вот. Все-таки я бы хотел сказать, что это адресная, безвозвратная помощь конкретной семье, исходя из их именно дохода. Спасибо. У нас есть звонок телезрителя. Здравствуйте. Здравствуйте, я хотела задать такой вопрос. У меня прописано 4 человека. Дочка в декрете и внук маленький. Но у меня проблема с сыном. Дело в том, что сын работает за границей, но прописан. Вот что я должна делать? Я не могу из-за этого оформить субсидию. Спасибо. Могу я оформить субсидию или нет? Сейчас. Мы как раз, Екатерина, с вами, когда, в общем-то, обсуждали этот вопрос, мы его, в общем-то, определили, потому что он важен, он касается, в общем-то, ну, будем говорить, это не единичный случай. Да, вот этим постановлением Кабинета министров, которое было принято и вступило в силу с 1 мая этого года, как раз и предусмотрены моменты, ну, они жизненные, в общем-то, случаи, когда надо находить выход. И вот правительство определило, что
Если зарегистрировано, как мы говорим, прописано в данном случае на данной жилплощади количество, которое не соответствует фактически, необходимо это подтвердить, что да, действительно ваш сын находится за рубежом или в данном случае там просто в ближнем, не дальнем, не проживает, то есть не проживает, да, проживает. Фактически можно, в общем-то, каким любой документ, который сделать? Подтверждает этот факт. Что это должно быть? Значит, это может быть любая справка, любое извещение о том, что он находится за рубежом. Наиболее массовые, конечно, у нас случаи, когда дети не проживают вместе с родителями, хоть там прописаны, как говорится, в нашем городе. Значит, последнее, вот я хочу обратить внимание, это буквально вот, значит, 2 недели назад министерство приняло соответствующее разъяснение, как нам поступать, потому что раньше было необходимо предоставить документ, предоставить справку, что действительно значит, там родственник близкий проживает, где он проживает, и что там оплачивает свои коммунальные услуги. Понимая, что порой возникают определенные сложности, значит, министерство дало нам разъяснение, что мы можем брать во внимание соответствующий уже подтвержденный там документ из жилищно-коммунальной организации. Он может составляться на основании показаний там соседей, что вот гражданин не проживает по данному адресу, заверяется в ЖЭКе, и для нас на комиссии этого достаточно для того, чтобы мы не брали в расчет, не брали во внимание значит, жильцов, которых фактически нет. То есть, проще говоря, дорогая наша телезрительница, вы либо получаете справку от своего сына, да, там по месту работы, он берет ее, и там, где он работает, да, что находится в таком-то городе, работает там-то и не проживает в Николаеве вместе с вами в квартире, в которой он прописан. Если такую справку получить невозможно или сложно, просто получаете ее в своем ЖЭКе со свидетельствами соседей или работника ЖЭКа, заверенную о том, что действительно ваш сын на данный момент не проживает вместе с вами в квартире, в которой он прописан. И все, и субсидия оформляется так, как положено. Следующий тоже такой вот актуальный вопрос из тех, которые задаются часто, наряду с тем, что кто прописан в квартире, как получить субсидию, это если человек не работает, да, то есть один член семьи является временно безработным, скажем так. Как тогда поступать? Вот будем говорить еще совсем недавно, уже право здесь, если человек не работает трудоспособного возраста, вот, или работает как, в общем-то, нелегализированно, значит, то семья не имела права на субсидии. Сейчас постановлением Кабинета министров это в данном случае ограничение снято. Вот. Единственное, предусмотрено, что совокупный доход в семье, если трудоспособный гражданин не может в данном случае здесь показать свой доход, вот, он определяется в размере минимальной заработной платы. То есть мы автоматически считаем доход вот этот размер, и семья имеет право уже на оформление жилищной субсидии. У нас, мне кажется, еще один звонок есть, если я не ошибаюсь, да? Наверное, сорвался. Так, следующий вопрос. Это вот как раз у вас есть бланки, да, которые получаем все мы, когда по оплате, да, вот что это, давайте объясним. Да, то есть это выглядеть? Вот те поведомления, то есть извещения, которые каждый, кому оформлена жилищная субсидия, вот он его должен получить. Где здесь подробно расписано, в каком размере назначается субсидия, вот, какой обязательный платеж гражданина, я на это хочу обратить внимание, потому что он, наверное, поэтому и называется обязательный, что его надо обязательно оплачивать по видам услуг. Ну и, соответственно, размер субсидии разбивается по видам
видам услуг, и для каждого, в общем-то, понятно, где сколько он должен платить, и сколько государство в виде уже жилищной субсидии берет на себя эту компенсацию. Звонок у нас все-таки есть, сейчас продолжим. Говорите, пожалуйста, здравствуйте. Мы слушаем вас? Что-то не складывается. Давайте продолжать по обязательным платежам. Хочу продолжить, да. Вот здесь, если вы получили извещение, а вот я хочу и другое показать тоже извещение, это то, которое мы получаем все после 10 числа каждого месяца, то есть те виды оплаты за жилищно-коммунальные услуги, где выведена графа и льгот, и субсидий, вот, и определена здесь вот колонка, если уже, как говорится, здесь написано, что где какие размеры, значит, жилищной субсидии, понятно, что вы видите, уже, так сказать, процесс состоялся, и вы это оформлено получаете. Но я хочу вернуться к тому, что в летний период все-таки оплата за жилищно-коммунальные услуги незначительная. Поэтому, в общем-то, жилищная субсидия, она у нас так считается, вот, назначена, но ее размер там ноль. Вот. Не стоит, как говорится, отчаиваться. Вот. Вы все должны сразу понимать, что, ну, это в этот летний период. Самое главное, что уже вы вошли в базу по назначению субсидии, и при всех изменениях, при всех перерасчетах, вот мы знаем, что с 1 сентября будет изменяться тариф по электроэнергии. С началом отопительного сезона, естественно, будет значительная сумма оплаты за тепло. Уже вам нет необходимости ни заполнять вот эти вот дополнительно бланки заявлений и деклараций, и, в общем-то, беспокоиться, как быть с учетом перерасчета. Мы автоматически уже будем самостоятельно все эти вопросы осуществлять самостоятельно. И придет уведомление. И придет уведомление, да. Еще мы обязательно у нас горит лампочка, я надеюсь, что это звонок нашего телезрителя. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, у меня вот такая проблема. У меня сын, у сына однокомнатная квартира, такая малосемейка. Он живет с женой и с двумя детьми, но прописана только у него младшая девочка, 2 лет, и он. А жена и старшая дочь, у ее родителей прописаны. Вот. Жена сейчас в декретном отпуске, потому что ребенку еще нет 2 лет. И он один работает. Но он работает, как бы сказать, неофициально. Он на своей машине таксует. Но у него такая проблема, что нужно было ребенка отправлять в школу, вот сейчас идет старшая в 1 класс, и денег не было для оформления ребенка в школу, ну, в принципе, одеть, обуть. Он продал свою машину, ну, более хорошую, и купил более такую, поменьше, он работает на машине, сам таксует. Вот. Скажите, пожалуйста, положена ему субсидия или нет? Он, как бы, он неофициально не работает, и жена, считайте, не работает, а... Понятно. Спасибо большое. И там, я так поняла, что с купли-продажей есть какая-то определенная сумма, при которой не назначается, да, субсидия? Да, в общем-то, вот ограничение, про которое мы говорим, что максимально упрощен порядок назначения субсидий, только лишь одно ограничение служит, в данном случае, препятствием для назначения субсидий, это одна покупка стоимостью более 50 тысяч гривен, когда осуществляется. Вот я хочу чуть расширить в данном случае эту тему, значит, касаемо и совокупного дохода, потому что на сегодняшний день правительство, ну вот, видя, как реализуется государственная программа, принимает дополнительные изменения к действующей постанове. И последние изменения коснулись того, что в совокупный доход не входят одноразовые выплаты. Это касается материальной помощи, это касается там, в данном случае, вот, ежемесячно, если возникают алименты. То есть, в принципе, если, вот этот человек, о котором спрашивала мама, да, то
имеет право на субсидию. Единственное, что если он совершил покупку более 50 тысяч гривен, то, к сожалению, вот это ограничение. Все остальное не является препятствием получения субсидии, пускай обращается. У нас еще один звонок телезрителя. Здравствуйте, слушаем вас. Скажите, пожалуйста, я получаю пенсию и зарплату. С пенсии у меня удерживают, потому что превышает 1400. Будут, какой доход будут считать в пенсию? Или ту, что я получаю, или ту, что у меня начислено? Нет, будут считать доход то, что вы получаете, без начислений. Так, продолжаем дальше. Льготы. Льготы тоже очень волнуют наших телезрителей, потому что новое законодательство, некоторые категории граждан утратили право на получение льгот. Опять же, давайте вот с субсидиями, как это связано, то есть люди, которые еще получают, те, которые утратили, как это отображается на получение субсидии? Ну, в первую очередь, я хочу действительно проинформировать, хоть уже, в общем-то, естественно, большинство знает, что законодательством Украины с 1 июля назначение, вернее, льготы на жилищно-коммунальные услуги для отдельных категорий рассчитывается, исходя из совокупного дохода. Вот. Значит, этот доход по определенном законодательстве не должен превышать социальную норму, налогооблагаемую норму. Она составляет на сегодняшний день 1710 гривен. Значит, это коснулось таких наиболее массовых категорий льготных: участников войны, детей войны, многодетных семей и так далее. Хочу сказать, что в августе многие получили, вот я хочу вернуться вот к этим извещениям, по которым, значит, здесь, значит, работа областного департамента, нашего городского департамента, значит, была направлена на то, чтобы каждый льготчик, получив вот соответствующее извещение по разделу льгота, увидел, что произошло вот в течение июля. И если он там увидел, в общем-то, свои привычные суммы, которые компенсирует государство, значит, это его не коснулось. В данном случае там может быть, значит, указан нулевой, значит, размер льгот, но там проходит приписка в том, что, уважаемый льготчик, вам необходимо в управлении социальных выплат уточнить ваш совокупный доход для того, чтобы определить вот именно право на субсидию, извините, на льготу. Льготу. Да. У нас звонок есть телезрителя. Здравствуйте, слушаем вас. Добрый день. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Мы подавали с мужем, мы вдвоем пенсионеры, дети войны, подавали документы на начисление, значит, субсидии. Вот. Нам назначили 0,0. Ну, это на летний период, я так понимаю. А нам опять надо подавать документы на зимний период, заявление, декларацию, или не надо? Нет, не надо подавать, вы уже находитесь в нашей базе данных по, в данном случае, назначенным субсидии. При размере 0 это все равно назначенная субсидия. И все дальнейшие изменения мы будем проводить самостоятельно, без вашего специального обращения. 3 минуты у нас остается до конца нашего эфира, но давайте все-таки за эти 3 минуты наиболее полно попытаемся поговорить о городской программе помощи военнослужащим, которые принимали участие в антитеррористической операции, что делается, на что они имеют право, и для того, чтобы это право реализовать, куда им нужно обратиться. Ну, в первую очередь хочу сказать, что
городская власть, городской совет, один из первых в Украине, был принята именно вот специальная программа социальной поддержки участников АТО, вот, где, учитывая лимит времени, сразу я так тезисно говорю, предусмотрена, значит, бесплатная квартирная плата. На сегодняшний день почти уже 600 участников АТО пользуются этой льготой, поэтому, пожалуйста, обращайтесь. Хочу здесь обратить внимание, что она принималась у нас в сентябре прошлого года, когда удостоверение еще практически никто не получал, но в нашем решении прописано, что мы эту льготу осуществляем на основании довидок от воинских частей. Поэтому мы готовы принимать, в данном случае, граждан именно по, кто еще не получил, соответственно, удостоверение по этим справкам и назначать именно компенсацию. Кроме того, значит, почти 600 человек, 594 решением сессии городского совета уже получили право на проектирование земельных участков. Вот. В дополнение к этому, значит, было предусмотрено по поручению городского головы и в бюджете мы предусмотрели значительную сумму на компенсацию на проектные работы. Вот 1000, которую мы уже 170 участникам АТО, кто изготавливает проектную документацию на землю, уже мы произвели эту выплату, мы получаем списки, мы уже работаем непосредственно с гражданами, вот, поэтому, так сказать, никто у нас не пройдет незамеченным, мы обязательно найдем. Хочу вот здесь вот, это адресная помощь. Вот, да, Екатерина, месячная. Вот как раз это сегодня произошло на заседании городского головы. Городской голова озвучил вот это специальное решение, это была инициатива и депутатов, поддержана, естественно, и руководством города, что семьи погибших у нас в связи с тем, что, значит, ограничение коснулось и этой категории по льготам, да? По льготам, да, жилищно-коммунальным. Поэтому городская власть приняла решение ежемесячно выплачивать этой категории по 500 гривен как компенсацию на жилищно-коммунальные услуги. Спасибо большое. К сожалению, наше время истекло. Приходите к нам еще. Спасибо вам за ту информацию, которую вы предоставили сегодня. Я дякую вам, шановні телеглядачі, за те, що ви залишаєтесь з нашим телеканалом Миколаїв. Нехай так буде і надалі. А якщо у вас виникли питання до Сергія Миколаєвича або ж до будь-якого співробітника Департаменту соціального захисту та праці Миколаївської міської ради, будь ласка, телефонуйте. Є номер телефону, це приймальня департаменту. 36-21-50, 36-21-50. Там можна отримати консультацію або ж довідку про те, куди потрібно і можна звернутися за тим питанням, яке вас цікавить. Я ж прощаюся з вами до наступної зустрічі на нашому телеканалі.